В Самаре стартовал второй губернский фестиваль «Рожденные в сердце России». В течение 4 месяцев на главных площадках города будут звучать только народные песни. Кроме того, организаторы приготовили немало сюрпризов. О них Дарья Болгова. Минута до начала концерта. За кулисами театра оперы и балета как никогда многолюдно. 300 человек, и это только участники из Тольятти. Все в полной готовности снова взять первое место, как и в прошлом году. А это солисты народного хора «Русской песни» на сцене и любящие дедушки и бывшие работники завода в реальной жизни. Признается, фестиваль, рожденный в сердце России, для них шанс выйти на новый уровень. Настолько вот собирает разноплановые, вот и такие, и, можно сказать, и профессионалы, и только начинающие. Мы просто будем развивать и хоровое пение, и другие виды искусства. И в то же время, я думаю, что сам патриотизм поднимется на более высшую ступеньку. То, что народное не значит скучное, фестиваль доказывает второй год по инициативе главы региона. Впервые его провели в 2013-м. Но уже ясно, зрителей с каждым годом будет становиться только больше. В этом году призовой фонд стал более весомым. За первое место 200 тысяч рублей, за второе 130, за третье 70. Причем пьедестала будет сразу два – для городских округов и муниципальных районов. Появилась и новая номинация. Это фотохудожники, это фотоработы. Мы решили сделать такое вот новшество. Сейчас все увлечены этим, и, в общем, это тоже очень интересная тема. Второй губернский фестиваль посвятили 70-летию Победы. Наша самая главная задача данного фестиваля, она очень сложная. Еще раз нашей молодежи, нашим детям и внукам рассказать о войне. И еще раз напомнить, что для нас сделали наши родители, наши деды и бабушки. Какая наша страна, какие у нас люди, какая должна взять нас всех гордость, что мы живем в такой великолепной стране. Концерты в рамках фестиваля будут проходить на главных сценах города до конца ноября. А 11 декабря в музее Алабино откроется выставка фоторабот, посвященных народному творчеству и ветеранам войны. А лучшие выступления зрители увидят на заключительном гала-концерте в конце февраля. Дарья Болгова, Алексей Вельмискин, Новости губернии.